Всем привет, здравствуйте. Итак, с вами, как всегда, Геннадий Горин. Это видеообзор про турецкие сладости. Сейчас я вам покажу коробку. Вот такая коробка. Здесь находятся турецкие сладости. Такая коробка, вот. Видно, вот такая коробка. Сейчас я попробую скушать коробку. Не коробку скушать, а турецкие сладости. Я сейчас пока попробую. Я пока это попробую это вам показать, а потом я попробую несколько штук скушать. Несколько штук скушаться. Вот. Такие вот. Видно вам, вот такие турецкие сладости. Вот он, такая коробочка. Вот. И сейчас я попробую скушать. Так. Я уже там вчера вечером пробовал, кушал. И я могу вам сказать, что самое это вкусное это зеленое. Самое это вкусное это зеленое. Сейчас я попробую зеленую. Еще раз. Так. Я могу это вам сказать, что белая кондитерская присыпка это, она какая-то невкусная. Вот она. А это вкусное желе. Как будто бы так сказать. Это вот там это вкусное. А еще это мне нравится еще это. Сверху находится шоколад. Это тоже мне нравится. На вкус это, я могу сказать, это непонятный какой-то вкус, потому что это белая присыпка, это кондитерская, что-то, не знаю, какой-то непонятный вкус. Очень это вкусно. А сейчас я теперь это попробую скушаться желтую одну. Вот там. Так это чуть-чуть это вкус, такой чуть-чуть немножко вкус, так как будто ты это ешь. Цитрусовые это фрукты, можно так сказать. Еще это как-то непонятно какой-то вкус. Вот. А это я уже оставлю моей маме. Маме это я оставлю. Моя это мама вчера тут уже там пробовала это тоже это турецкие сладости кушать там пробовала. Ну, я могу это сказать, если вам хочется кушать, то можно кушать турецкие
сладости. Где-то можно купить турецкие сладости. Турецкие сладости можно только купить в Турции. В Турции можно купить турецкие сладости. Эту коробку мне подарили, и моей маме тоже подарили из Турции. Вот. Привезли эту коробку из Турции. Вот. А по-русски здесь можно прочитаться только содержание. Вот, сейчас я буду читаться, что тут по-русски написано. Вот. Тут есть еще русский язык, содержание. И тут еще написано Турция. Вот она. Так. Вот так вот. Такая вот я вам покажу. Так. Содержание. Сахар. Сахар есть, да, конечно. Кукуруза. Сачан. Кукуруза сачан. Вот. Пряные элементы в своем роде. Согласовывающий. 15% орех, грецкий орех, фисташки, грецкий орех, арахис. Природные индийские ароматические элементы. Ментол, роза, банан, клубника, киви и оранжевые. Идеалистические, да. Согласовывая его раскрашенные шорты. Шорты? Какие шорты? Ё-моё. Согласовывая его раскрашенные шорты. Пунцовые. 4Е, 124Е, 10, желтый закат, таратразин, Е102, блендер зеленый, ЕУР102-103, регулятор кислотности, лимонная кислота, продукт покрыта кокоса. Оказывается, это делается присыпка, это кокос, оказывается. Я так подумал, что это кокос. Только это не стал говорить. Но тут мне Шорты, какие шорты, это что это, одежда, что тут это написано, состав, содержание, шорты, сейчас я вам покажу, извините, я вам сейчас покажу, что тут написано, вот, смотрите, шорты по-русскому, шорты, смотрите, содержание, вот, представляете, тут шорты написано. Шорты, видно вам вот. Вот такие шорты. Такая коробочка. Вот еще раз покажу. Такая коробочка. Вот. Ну-ка я еще поем какую-нибудь. Нет. Кушать я больше не буду, тут там всего осталось раз, два, три, четыре, пять штук осталось, вот, не, пять штук, вот такая. Я могу это вам сказать, если это вкусно, это типа мармелада, можно так сказать, только с кокосом, это вкусно, очень, вот. Вот такая сушка, да, интересно это скушаться, попробовать. Вот это я вчера это
пробовал коробку, это турецкие сладости вечером. А сегодня я утром еще снял это видео про турецкие сладости. Ладно, всем пока. С вами был Геннадий Горин. Можно назвать видео Мукбанг. Всем привет, это вы смотрели видео, как Геннадий Горин пробовал турецкие сладости Мукбанг. 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 Кстати, а знаете, что это обозначается слово Мукбанг? Мукбанг. Мукбанг. Это же корейское слово. Это обозначает, что блогеры или люди кушают в прямом эфире всякую еду. Например, вот я сейчас покушал там турецкие сладости, покушал, видео записал. Это вот это можно сказаться, что я тоже там скушал и вам показал, как я скушал. Это можно сказать, это видеообзор про турецкие сладости Мукбанг от Геннадия Горина. Всем пока, удачи. Так что, если вы будете в Турции, обязательно покупайте и кушайте. Это всем пока. Мукбанг. Турецкие сладости от Геннадия Горина. Видеообзор. Мукбанг. Супер. Всем пока.